Всем привет! Сегодня уже у нас воскресенье. Дети у нас проснулись, у нас Назара друг ночует. Сережка рынькает на гитаре, а я собираюсь, помыла голову, пойдем с Сережей на рынок. У нас, как назло, полетел смеситель. Капает вода с крана, и, короче, всю ночь капало уже, и оно увеличивается, увеличивается. В общем, перед отъездом еще нам этой проблемы не хватало, которую нужно решить. Вот, Лола всю ночь не давала спать. У нее прямо такие гулящие дни. И я прям всю ночь, это был кошмар. И мы накрыли уже мебель вот такой вот тканью, потому что она впитывается в этой агонии своей, в кожу сюда, и просто делает дырки. Короче говоря, даем эти капли, я не знаю, напишите в комментарии, сколько это будет вообще продолжаться, какой период времени, потому что мы когда уедем на эту неделю, здесь будет жить моя мама, за ней приглядывать и капать капли. Я, честно говоря, конечно, рассчитывала, что до нашего отъезда мы уберем у нее эти симптомы гулек. Ну, в общем, пока ничего не получается. Не знаю, наверное, недостаточно там. Я посмотрела по инструкции, то до 2 недель давать эти капли, и я немножечко даже аж расстроилась. Ну, не знаю, может, кто знает, кто с этим сталкивался. У нас не было кошек никогда, в основном коты, поэтому я первый раз столкнулась мы с этой проблемой, и не знаем, сколько это будет длиться, учитывая то, что мы даем капли. А вы, кстати, а чё? Сына, смотри, да, папа сейчас перекроет воду, пока мы съездим за, возьмем эту запчасть от крана. Вы будете без туалета. И у Назара спроси, хочет ли он в туалет. Ну, на один раз бачок сейчас еще наберется, и все, в принципе. Они сходят, если надо, обои. И я наберу бачок, и потом перекрою воду. Ты побриться. И ведро воды наберу еще сверху, там душ сделаю. И сауну построишь быстренько, да? Серенький, а ты не хочешь побриться? Хочу. Хочешь? Я ты рыбка. Так, побрись. Хорошо. Я же все равно, пока буду голову сушить, ты можешь побриться. Я возьму опаску, саблю. Да. Можем перекрывать. Не хочет Назик, да? Ну, хорошо. Сделай вам хоть чай, как есть, и позавтракайте, сынок. Мы сейчас просто уходим. Поджарь яичницу, например. Позавтракайте с Назаром. Хорошо? Сделайте. Не сильно ее не наглаживай, потому что видишь, что с ней творится. Под диваном была? Была она везде лазит сейчас. Бедная, она не знает, где уже тереться. Я уже ночью выставляла вот так ногу с-под одеяла, и она об нее терлась и успокаивалась. Вот это я так спала сегодня, понимаешь, с этой ногой высунутой. Что, это у нее депрессия, типа, или что? Ну, это она кота хочет гулять хочет. У нее такие дни у животных есть, понимаешь, у кошек. Вот, спаривать? И поэтому... А? Хочет спариваться? Спариваться, да, хочет. И вот такое вот, знаешь, и так жалко, ты не знаешь, как ей помочь. И я уже и ногу ту выставляла. Она уже на нас то прыгала, то спрыгивала. И мурчит, и трется, и бедная капец. Вообще ужас. Господи, когда эти капли-то помогут ей, я не знаю. Мне кажется, ее нужно либо спаривать, либо это, стерилизовать. Но мы не хозяева кошки, поэтому мы можем... Все, что мы можем сделать, мы делаем. Ну, не знаю. Бабая. Да ну да. Потом хозяин скажет, что вы наделали, зачем мне котят там или еще, я же не знаю. Господи. Да, Лолочка, девочка моя, боже мой. А может быть, без капель было бы еще хуже. Думаю, без капель она вообще... Капец. Это еще я тебе скажу, она очень терпеливая. Есть кошки, так нявкают вообще бесперерывно и просто сутками. Она вообще... Она еще так хоть... Да не, ночью хорошо она нявкала. Да, я слышу. И именно ночью у нее такое вот это прямо обострение. Лолочка.
Это такое, блин, кошка мучается, капец. Папа вынес свой черевной чемоданчик. Да, на день рождения подарил. Да. Помнишь, кто дарил? Да, вот, Саня. Да. Сейчас ты будешь выкручивать... Да, сейчас отключу воду. ...нутрянку. Здесь у него инструмент. О! Всякий разный. Вода перекрыта. Хороший ящичек, теперь все в порядке лежит. Да. Да? Будь здоров! Будь здоров! Смешной. Так, скидываю воду. А, ты все докапать типа что? Ну конечно, сейчас открою. Так, мне надо маленькая ложечка. Ну ладно, занимайся. Вот серенький вытащил, поборол. Вернее, отломал. Да, я кощунственным способом сорвал, скрутил. Это как регулятор этот смесителя. И, в общем, проблема у нас оказалась вот в чем. Лопнуло здесь уплотнительное колечко. Вот оно и течет. Оно, да, протекало. Оно не сильно, но капало и было, так сказать, не сильно приятно. Да, плюс счетчики нам мотают. Вот. Проблема остается в следующем. Надо отсюда вытащить вот эту верхнюю часть, которая осталась здесь внутри. Вот, надо сейчас на базаре подобрать вот сюда шестигранничек, он оттуда вставляется. Аккуратно выкрутить его и вытянуть. И все. Ну, и почистить, конечно. Погнали. Мы зашли с Сережкой в магазин игр всяких разных. Решили взять с собой игр в Египет, чтобы досух весело провести. Взяли твистер. Ну, мы сейчас придем дома, его попробуем. Покажем вам, что получилось. И возьмем, наверное, с собой. Я все-таки думаю вот эту взять. Ясно, эксперт. Тут надо думать, тут надо описывать ситуацию. Короче, игроки угадывают, задают вопросы, а ты отвечаешь да или нет. Ну, короче говоря, такое. Интересно. А я бы еще кто я бы взяла бы, ты знаешь? Ну, конечно, мы такие игры смотрим. А где ты эти карты пластиковые? А ну, подержи. Это обычный пластик. Ну, это хорошее, кстати, качество. Я бы Уна взяла бы такие, если бы были пластиковые. Чтобы не мялись, понял? Угу, понял. Вообще, такие надо иметь карты. Вот так летом на пляж, везде. Прикольно. На природу, да. На отдыхе хорошая. Сейчас вещь. Они не горят. Не, ну сейчас, да. Уровень. Хотя мы хоть какие-то возьмем вообще карты с собой? Или только Уна? Так, возьмем, конечно. Игры надо брать. Я думаю, будет прикольно. Такой толпой играть. Во что-то. Ну что, пойдем? Может, еще кто я возьмем? Можно сами сделать. Сами можем конечно. Сделать? Ну хорошо. Значит, сейчас детей заставим делать. Какие мы накупили игры? Что-то возьмем с собой, наверное. Египет, да. Короче, купили мы, кто я. Потом вот это вот. Подклади свинью, подложи свинью. А вот верю, это, не верю. Вот это, кстати, хорошая игра. Очень твистер? Хорошая. Да, твистер. Люблю. И да, нет. Тоже купили. Такие мы игры, короче, купили 4. Вроде все. Ну, я не знаю, твистер мы, наверное, брать не будем с собой. Он Почему? Много места занимает. И ты представляешь дядю Лешу на твистере? Ну, поржем. Я представляю Юру на твистере. Да? Угу. Ну, короче, мы их сначала эти игры испытаем дома. Смотри, дать, что мы купили. Ты Лоле капала, да? Угу. Короче, купили «Кто я?» карточки. Угу, я поняла. Прикольно, мне кажется, тоже смешно будет поиграть. Потом «Так ни», «Да или нет?» Здесь, значит, ситуацию описываешь и задают вопросы тебе, ну, ведущему. А ведущий, ну, насколько я поняла, но еще инструкцию почитаем. А ведущий отвечает «Да или нет?» Угу. Вот, и должен догадаться, по-моему, какая профессия здесь, наверное.
В общем, посмотрим. А это верю или не верю. Тоже такая азартная вроде как пишется игра. Ну, а твистер, конечно, это чисто поржать. Достала еще те игры, которые у нас есть. Но Уна это понятно. Потом в ассоциацию есть у нас тоже. В общем, мы еще решим, какие мы будем брать, какие нет. Лас-Вегас это вообще наша любимая игра. Вот, возможно, мы ее... Невозможно, мы ее возьмем, скорее всего, да, Сереж, с собой? Да. Лас-Вегас. Да. Это любимая игра. В общем, в принципе, игр достаточно. Ну, можно еще карты взять. Хотя, я думаю, до карт мы уже и не дойдем. Короче говоря, на провождение вечера у нас по-любому игры будут. Вот так. Класс. Я довольна. Серый уже 20 минут мучился с этой штукой, чтобы ее вытащить. Нам, кстати, на рынке пытались ее тоже вытащить. Но, в общем, вытащил. Я вообще в шоке. Штопором. Наша пропадала везде. Капец. Ну все, слава богу. Теперь главное правильно суметь одеть. Говорят, это у нас сместитель или смеситель? Как смеситель. Смеситель. Смеситель такой очень, ну, нехороший в установке. Ну, сложный, да. Сложный. Там есть нюансы. Там должно быть очень чисто внутри и желательно даже вплоть до смазки каким-то растительным маслом. Угу. Но не солидовым. А как ты там вычистишь? Тут-то а ты... тоже буду уксусом. Назар написал уже учительнице по поздравление. Так, хай навкруги цвіте бузок. Бузок. Та небо буде ясним. І щоб життя було у вас щасливим і прекрасним. Аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання. І хай у цей весняний час здійсняться всі бажання. Красиво. Наконец-то. Сам придумав? Да. Молодець. Да, брехун. Давай. Иди, иди подписывай, что это ты, и все. А куда? Между строчек, да? Ну да, между строчек. И просто выдели вот тем своим фломастером. Мальчики себе завтрак готовят сами. Посолить не забудь. А, точно. Забыли, да? Крышка прилипла. Чуть-чуть, да, потому что вы же будете сыром еще. Но это маловато совсем ты. Огонь небольшой там хоть? Нормально. Если что, горело светим. Ой, ты ой, что? Ой, да ладно, есть много, какой-то тоже. Уже сыром посыпают, перевернули. Ой, тут многовато чуть-чуть. Вы же на яйцо, а не на, это, на сковородку. Оно же будет так вкуснее, наверное. На сковородку яйцо. В четыре руки. В три руки. Ой, какую вы вкуснятину себе приготовили. Сюда. Вот так. Молодцы. Ты что? Божество выкидывать. Все, выключайте. Молодцы. Будущие повара. Кстати, в армии поваров уважают. Да? Ты в армию собрался? Хочешь в армию? Он хочет. А чё? Я чтобы не пойти в армию, знаете, что надо делать? Учиться. Учиться, правильно. Или убегать от военкомата. Нет. В течение 10 лет. Да, очень классная перспектива, конечно. Лучше учиться, Назар правильно сказал. Да ж неправильно он говорит. Правильно он говорит. Так учиться в университете и тогда не заберут. Нет, так. Бывает случаи, что и так забирают. Не забирают. Не, служба. Не забирают. Бывает срочная служба. Да, ой, и конечно. Тебя точно заберут с твоим острым языком. Будешь веселить там всех. Пока, Назар. Пока, мам. Нет, ты же вернешься. А, я думала, ты уже. Не. Пока, Назар, все, я тебя выселяю. А что такой счастливый сегодня? Застегни капюшон. Что? Два дня до отлета, не два, а три. Сегодня не считается. Сегодня не считаем? Все, выходные вообще не считаются. Хорошо. Что, уже понедельник? Сына,
Ты придешь и давай за уроки сядешь. Хорошо? Я услышу. Все, давай. Ну что там у нас с ремонтом? Ох, тут и уксусом воняет. Я не слышу. Ужас, я прям зашла, аж ноздри пробила. А, вот там откисали запчасти. А здесь уже, ты тут его почистил? Ты уже вставил или еще не? А, не, еще не вставил. Господи, пока оно снято, у меня есть момент помыть это. Ага. А, ты уже вставил? Ты у меня умница. Все готово. Сейчас надо будет ручку прикрутить только ручку. Да. Угу. Вот сюда холодная, сюда горячая. Ага. Хоп, горячая. Хоп, холодная. Уже воду включился. Хоп, класс. Не, это что, у нас вода бесплатная. А что Вика тогда бурчала? Я в туалет хочу. Ну то ж Вика, и бурчать. Что тебе кричать? Здрасте, один ты у нас прямо, ну, божий одуванчик, где не ты там? Не то слово. И Назарушка, да? Да. Сама святыня. Конечно. Я кричу, та бурчит, а вы прямо два зуба. С этим кошмаром. Ну, пойду я тебя, на тебя в баню. Да? Так, горячая, так, вот нет, холодная к тебе, а горячая значит, к стене. Вот да, 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 да. Горячая в ту сторону. Хоп. Все, есть. Все, да. Ты умница, не течет. Принимайте работу. Спасибо. Спасибо. Ой, мужик все-таки в доме должен быть. Домашний. Домашний, да. Представляете, Лола спит непробудным сном. Калачиком свернулась и спит. И я вот это думаю, она сейчас выспится, а ночью опять нам будут давать вот это нявкать. Как бы так сделать, чтобы наоборот, она днем мяукала, а ночью спала? Не знаю.